Всех тёлочек сейчас разгонят, тут вертолеты всякие. Ну-ка! Тёлочка! Тёлочка! Да! Она голая! Где? Она голая! Сука! Сука! Её сбили! Её сбили! Стой! Стой, бота! Филс, да. А, типа поместье Рокфорд. Рокфорд, да. Да. Так. Впереди копы. Можно, да. В принципе. Вот. О, всё. Нифига, там вертолет сзади нас летел, летел, хоп, в пальму врезался. О, нифига, он отъехал. Круто, круто, все хорошо. А! Как? Котлет Кин. Снайп. Вообще, ты конченый. Сейчас, да. Сейчас его будем мстить, Вендетту. Так он за нами ехал или что он делал? Да хрен его пойми, чё, о чем он думал, блин. Мужчины. Ну, по крайней мере, мы... Да, оторвались от копов. Оторвались от копов. Смотри, почему у них это, ники такие большие? Два раза вниз нажми на крестовине. А, все уже небольшие. О, вертолет! Ну вот, есть один, допустим, большой ник. Вертолет. Всё. Думаешь? Да, мы на вертолете туда долетим. Да мы их распугаем, мне кажется, всех. Думаешь? Да конечно, это же, блин, громоздкая такая зараза. Куда? Стой! Нифига, на перевык. Ой, бедная женщина. Какая женщина? Женщина за... Хаос. Женщина за рулем преступник. О, господи. Ну вот, только бы он сейчас на вертолете всех не распугал. Не стоило переходить на дорогу, и все, ты труп. Ну ладно, труп. Навропач убьет, ему деньги за это дадут. Так, вроде где-то здесь. О, $1000 всего, чуть маловато, пожалел. Чувак, так. Ты уверен, что именно здесь это? Ну я думал, что да. А здесь рядом ничего нет? Поместье. Подожди, можно было бы посмотреть сверху. Ну давай посмотрим. В принципе. Ничего. Смотри, нам не хоп составляет. Такой. Оп! Блин, я думал, выйду как этот. Ой, нифига, там Миша летает. Так, сейчас надо посмотреть, что там есть у нас. Давай. Вот да, большой какой-то дом. Включаешь орлиное зрение и... Да, такое. Зрение ассасина такое. Оп. Так, где у нас может быть поместье? Ну, так... Ну, догадаюсь. Точно не слева, где-то вот в этой части. Ночью его было легко заметить. Да, и он светился. Вот, может быть, вон тот, который... Как? О, это тот, который нас... А, нет, это не тот, который убил. Это тот, который гранаты кидал. Так, нам вон туда, по-моему. Да, по-моему, вот то поместье. Подожди, надо написать Мише. Сейчас... Миша! О, сейчас... Миша! Где твоя... Так, где тут у нас... Эта машина мне больше нравится, если честно. Особенно, когда она целая. Дом... Плей... Господи, тут... Миша, сбей меня! Полностью! Миша мазохист. Ты прикинь, там чисто по башке вот Я это видел так, боковым зрением, так скажем. Нифига ты там улетел. А его тело я вообще не вижу. Ой, мне аж звезду дали, прикинь, за эту фигню. Нифига себе. Жесть. Чувак, я хочу за руль. Hello, давай, садись, погнали. Teenagers! Я, в принципе... Ой, две звезды снова. Я Мише написал, он сейчас нас приведет туда. А, окей. Вау, я лечу. I believe I can fly. А, все что ли? Он не знает, где он. Да он по-любому где-то вот здесь, я уверен. Да. Ну только вот опять... О, здесь US USA написано. Это что за замок такой? Не знаю, давай посмотрим. Это типа, знаешь, такого... Университета какого-то. Да. Навороченного. О, взрыв уже я слышу. Я где-то вдалеке тоже сейчас слышал взрыв. Ой, какая цыпочка! Воу! Ну-ка, интересно, она выжила?
Так, ай, непонятно. Ну, вроде я нет. Думал, на меня нацелились, ну ладно. Не на меня. Ой, ой, люди ой. Тут. Ой, вау, вау, смотри, едем. Какой, смотри, какой из это. Ну, прикольно. Ну, я это действительно университет какой-то. Да ё-моё, а ну, ни одна история офигеннее другой, так другая офигеннее другой. Чтоб вам всем там припеклось. Я хотел застрелить его, но ладно, не буду начинать эту войну. Я вижу, как кого-то поднимают на вертолете. Да, это того чувака, которого застрелил. Так. Я пытаюсь выехать отсюда, выехал. Так, как. О, где видел, как я брейк-данс танцевал, это все молодежный клуб. Я вам говорю, это все школа. Да ты где, что? Где это здание-то, а? Мы же как-то ехали туда. Ну, блин. Ну, ладно, чувак. Как скажешь. Где-то здесь же. А, во! Я нашел. Это оно? Просто вылез специально и застрелил. Да, да, во. Это где-то здесь. Ой, прости. А, нет, это я не тебя убил. Прости и отпусти. Где-то здесь. Так. Я вот не знаю, где ты, конечно. Так, подожди. Да. Да, детка. Это то место. Я даже вспоминаю задание здесь было, где надо было прокрасться. Иди сюда. Только тихо. О, ты на вертолете? Ну, а что ты поделаешь? Я прям вот лети. Да, ты на меня... Нет, в другую сторону. У меня просто чувак, ты знаешь, стоял это, делал, ну как он, который дует листья-то, стоял, дул, взорвался ваш вертолет, он просто бросил свою косилку и достал телефон, и орет help. Упоротый чувак. Вот тут тёлочка. Так, ладно, я бегу к тебе, мне понравилось, ты говоришь, чувак, который дул листья, дул такой, объяснил. Так, девушка. Да хватит вам там сигналить. О, какой-то Вася Петрович прилетел в трусах. И женский пол. Стоит, как будто постапокалиптика была тут недавно. Так, ладно. Ага, ты хочешь дать свою машину? Или там кто-то еще один сидит? Да, нет, смотри, хочешь дать машину свою. Так, тут вот Хаммер стоит такой классненький, но я пока его брать не буду. Ну кто начал стрелять-то, господи? Ну тёлочки же сейчас разбегутся, ну. Где они? Куда? Тёлочек. Куда? А, вот. Кажется, здесь. Здесь, блин, поместье, столько надо, низкая посадка у машины, что я манал, блин. Иду! Иду! Не заканчивайте без меня! Я только пришел, я только начал! Блин, дерево. Катайся на здоровье, да? Спасибо. Где тут тёлочка? Красненькая бэха, это хорошо. О, вот это еще лучше! Я тебе говорю. Ну нафиг эту машину. Вот тут это вообще прям... Бассейн. Special for me. А, нашел бассейн. Так, тихо. Вижу двух челочек. Нашел, тихо. Да? Сейчас, подожди, хочу посмотреть, они в лифчиках или без. Так, ладно, да, еще ближе. Сука, в лифчик. Нет. Сейчас я подъеду на Хаммере, я тебе говорю. Нет, она в лифчике. Все изменится. Другую. Тихо. Зачем ты достал ствол? Зачем вы достали оба стволы? Поторопились. Достали свои два члена и мерятся, стоят калашниковыми. Где тёлочки? Ну ты... Всех тёлочек сейчас разгонят, тут вертолеты всякие. Ну-ка! Тёлочка! Тёлочка! Да! Она голая! Где? Она голая! Сука! Сука! Её сбили! Стой, вот она! Она вот она! Красавица! Стой! Моя прелесть! Ты даже машину отогнал! А, нет, это не ты! Я чуть сердце не... Иди сюда! Друг мой, иди сюда! Я просто... Это только в фильмах такое бывает! Я иду за тёлочкой без бюстгальтера! Ее переезжает машина, я хотел с ней познакомиться, хотел начать отношения, хотел начать совместную жизнь. И просто все танцуют на могиле этой грязной... Что происходит, что с этим миром не так?
Ты прикинь! Это я был! Тот, кто ее сбил! Зачем? Знаешь, так, Джессика! Джессика, умри, пожалуйста! Джессика, не умирай! Надо сделать... Ой, прости! Надо сделать тебе искусственное дыхание, Джессика! А да... у меня вот тут лежит, кстати, твоя Джессика, блин. Где? Она же тут. Ой, дружище, ну зачем ты? Джессика, что? Джессика, Джессика. Типа за права женщин, что ли? Ну, ладно, воу. О, фига, это что за... Это как? О! Как? О, нифига, она как-то бьет вообще дико. А, ну уворачивался он. Да, есть такая. Ее просто застрелили. Фига, у тебя кровища такая из головы. И деньги подобрали, это что? Ладно, хоть не йогурт, блин. Да. Это было бы странно. А еще у меня вместо головы была бы зефирная плюшевая голова. О, деньги. Такой беспалево подошел, 16 баксов забрал. Так, ну все, мы увидели титечки. Да, только не до конца, надо повторно. Окей. Титечки. Она до сих пор тут лежит. Джессика, нет! Джессика, вставай! Вставай, Джессика! Джессика, не умирай! Джессика, давай! Вставай! Я сделаю тебе искусственное дыхание. Я могу сделать тебе гранату. Могу рот в рот. Могу просто в рот. Блин, вставай. Блин, ну тут просто голая тетка. Женщин быть нехорошо. Их нужно... Ну, в общем, вы... Наверное, не все, кстати, видят эту голую женщину. Может быть, только я ее вижу. Потому что они не понимают. Ты видишь мертвых Джессик. Вот здесь у тебя не лежит тело? Не, у меня Джессика твоя, говорю, лежала вот здесь, пока... А, ну и она лежит у меня до сих пор. Здесь кровавое пятно такое. Надо ее как-то пододвинуть. А, вот, ты бьешь, но у меня нет этой Джессики. Сейчас, погоди. Я не могу ее перенуть, она на животе лежит. У меня она лежит на спине. Выглядит очень ужасно вообще, просто отвратительно, я тебе скажу. Нет, а у меня красивая. Господи, о чем мы говорим? Жесть. Так, давай, короче, садимся в Хаммер, который уже почему-то изжеванный, как будто да, его давай, вези. Глотал, блин. Так. Ой! У меня стекла просто вылетели. Миха хотел сесть, просто выбил все стекла. Да. Одним прикосновением руки. Это ж уметь еще надо? Нифига, я думал, мы перелетим все-таки. Да, немножко инерции вперед не хватило. Да, прям совсем чуть-чуть. Могли бы, конечно. Это место уже кажется таким родным, прям. Да. Дом там, где твоя... Где ты видел грудь. Отлично. Ладно, чё мы всё о титьках, да, о титьках. Надо просто... О, я вижу чувака! Чувак! Чувак, доброе утро! Мы твои соседи новые! Прикинь, как он радостный такой. Мы тебе тортик принесли! Махаешь такой... Ой, он выжил ещё, как? Он выжил ещё! Хороший чувак, чувак! Так, погоди, стой, я... На тебе! Стой! Лови, ломай его! Я бью колонну его! Я обрушу твой он дом. Лысый. А, он был лысый, прикинь. Ну лысый? Все, это многое меняет, уходим, парень. Он может нас убить. Вдруг это Хитман какой-нибудь, или сын Вообще Хитман. Вообще не говори. Ой, просто двери отвалились. Уу! Слушай, я первый раз вижу такой Хаммер. Я не знаю, как он у тебя выглядит, но он как черепашка, блин. Ну... Нет, у меня он целый. Он у тебя целый? Ну как, только без всех... Одна дверь... Нет, две двери только с правой стороны. И без стекла. А у меня, в общем, колеса, знаешь, вот возьми сейчас, я не знаю, 4 пальца без мизинца. Ага. И расштыпер их. А теперь сожми. И вот это, каждый палец, это колеса, блин, вот. Нифига себе. Нифига себе. Я потом посмотрю, что у тебя там. Так, копы, копочки. Слушай, а мы в метро давно не были, тут же вход в метро где-то есть. Да ты чё, давай где-то, погиб. Где-то, подожди, где-то прям здесь. Да, вон, прямо и а прямо. Не, прямо, вон, слева, да, вот. А, о, вижу, все. Ой-ой-ой. Это мы вовремя задумали. Так, погоди, нет, вот ты. Сейчас мы, вот, просто поехали. Ей! Вау! Я тут только вылез, тут просто машины залетели. Так, ладно. Прокачился по тачке. А вот нечего было вылазить. Надо это мотоцикл вызвать, сейчас я вызову мотоцикл. Не самый безопасный вид транспорта, скажу я тебе. Сейчас, где механик? Механик, за что я тебе плачу? Женщина! Вези Правильно. Мне. Я хочу. Так, давай. У меня машина уже дымит. Блин, о! Это было. Это было почти. Почти, давай! Хаммер! Я верю в тебя!
Блин, мы реально вот последние, наверное, несколько серий испытываем хаммер в городских условиях. Такое чувство, как будто нам реально, блин, проплатили за то, чтобы мы этот хаммер пиарили. Да, это точно. Так, давай. Так, подожди, не спускайся пока сюда. Нормально, нормально все пошло. Здравствуйте, женщина. Так. Метро хорошо. Метро отлично. Во, привез он мотоцикл мой. Бегу. Нифига, еще бы дальше поставил его. Через целую улицу, блин, бежать. Так. У меня как раз тот мотоцикл, который нам нужен. Фигалом! Ой! Здравствуйте. Так, ты там, да? Внизу. Ага. У меня как раз тот транспорт, который нам Гриффиндору подойдет для путешествий по метро. Ой, женщина. Женщина, не хотите ли спуститься на пути? Ой. Миху ударил случайно. А, он еще и умер от этого. Мои... Так, вы на путях, да? Мои вообще просто соболезнования. Ну да, на путях. О! Знакомые давай, все да. Люди на розовых транспортах. Давай. Сейчас, погоди, вот. Отвечаю, даже не понимаю, почему он розовый. Понятия даже не имею, почему он нафиг розовый. Так, ну, а там, по-моему, поезд? Нет поезда. Хорошо. Окей. Ну, блин, я ему, конечно, могу ответить, но на это нужно время. Сейчас вот, короче, вот так нажимаем сюда, потом нажимаем сюда. Я ему пишу «сори». Потом нажимаю старт, время, блин, дохлый, потому что... а мне на норм. А ты где, подожди? Ты вперед улетел, что ли? Фига себе. Я ему сообщение отправил. Какое? Я ему писал «сори», а там до этого другое сообщение было, и было написано «а мне норм». Типа, знаешь, я его убил, хотел написать «сори». Хотел извиниться, такой, а мне норм. Вот к чему приводят вот эти вот спонтанные «напиши сообщение через джойстик». Да! А потом же не оправдаешься, что это Т9. Да. Это PS3 просто. Просто best. Интересно, тут есть секреты в там? Ну, Миха, походу, понял. Да. Мы едем. А где... трамвай хотя бы один. А где люди вообще в целом? Где люди, где трамваи, где все? Ну-ка притормози тут чуть-чуть. Я вот осмотреться немножко. Так. Тут генератор работает. Вот сколько звуков в этой игре, вообще нереально много. Все разных. Нравится. Всяких разных. Тут даже вот сейчас в тоннеле я еду, звук совершенно другой. Ну, то есть звук мотора. Ну, эквалайзер там, допустим, да. Его преобразовывает, типа эхо, там все дела. А вообще, вот, допустим, тут генератор стоит, вот, мимо которого постоянно тупо проезжают. Вот остановись ты! Я его сломал. Прикинь! Я им по нему битой ударил, он больше тебе такие звуки не сдает, как раньше. Нафига. Хей сдает. Просто он умер. Да. Ну ладно. Нахулиганили и поехали дальше. Сверху смотри, сзади там вообще искрит что-то. Что-то, короче, я вот... А нас наверху ищут, походу. Наверное. Ну, сейчас мы выйдем. Здесь заедем. Ой! Я не знаю, заедем, нет? Я думаю, заедем. Сейчас я разгонюсь. Давай, у меня упал. Музыка заиграла, прикинь. Офигеть. Так, я слышу поезд. Я слышу музыку. А, о, смотри, тут чувак играет на гитаре. Ты видел хоть раз, чтобы на гитаре чувак? Нет. Ну, блин, он бросил играть, играй, а то я буду убивать твоих зрителей. Твою аудиторию мальтую. А ты где, ты наверху? Слушатели, я наверху, но... Так, ты слышал, говоришь... Я поднимаюсь, да, поезд. Я слышу, что он, типа, сейчас прибывать будет. Так, мне надо газировку выпить. Вы где? В подземке. Мы на дне, мой мальчик. Мы на дне. Я тут газировку пью. Отлично. А там можно пить газировку? Да, я газировку попил. Мне раньше казалось, что нельзя. О, сбитый такой. Да, можно. Я вот с ХП восстановил. Как что? Бы и освежает. И освежает. У нас тут типа этот пит-стоп такой. Да. Ще. О, зелененькую я себе купил. Mountain Dew. Эй! Круто. Я сегодня Mountain Dew пил. Mountain Dew, то есть. Дрю. Я дрю творю. А тебе по-любому розовенькая выпадала. Нет, мне красная попалась.
По-моему, красный. О, а, нет, тоже зеленая, я вон туда бросал. Как насчет конкурса по метанию банок? Сейчас я в тебя банку кину, подожди. Окей, давай. Давай, я буду стоять здесь такой. Так, я... Да, вот тут. Сейчас я возьму так, выпью. Сейчас вот... Ой, я слышу. Так, вот стой. Оба! Она как-то у тебя это, отпружение. О, о, подожди, надо как-то спрыгнуть. Подожди, подожди, подожди. Давай наверх, 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 наверх. Вверх, да? Да, наверх. Оп, наверх. И сейчас через перила спрыгиваем на это, на него. Давай, на дыбы как-нибудь. А! Почти! Почти!